В местах массового скопления людей в эти дни проводится дезинфекция. Минувшим вечером специалисты провели обработку железнодорожного вокзала в Абакане. Несмотря на компактность, переносное оборудование позволяет обеззараживать большие площади и поверхности, которым прикасается человек. Поручни, дверные ручки, кресла, стены и полы. Сам раствор в составе имеет химические вещества, поэтому комплексная дезинфекция проводится при полном отсутствии людей. Накануне было обработано более 2000 квадратных метров. Кроме того, дезинфекция на вокзале каждые 2 часа проводится. Проводят влажную уборку с использованием антисептических средств.